Праздник двора прошел в Октябрьском районе. Спортивные соревнования, веселые старты, песни, танцы – все для того, чтобы дети их родителей с пользой проводили свободное время. Соседи не только могли познакомиться, но и обсудить волнующие проблемы. Подробности в сюжете. Спортивный праздник «Я хочу быть здоровым» собрал самых активных жителей Октябрьского района. Любой желающий мог принять участие в эстафетах и спортивных соревнованиях. Тимофей и его друзья такую возможность не упустили. Мы тут играем вот на этом поле в волейбол, в пионербол, в футбол. На горке мы играем в паучка. И еще в прятки, стоки, стоки. Мы проводим здесь основные праздники у нас какие? Новый год, Масленица, День защиты детей, День речника мы в этом дворе, потому что здесь дома речников находятся, проводили. Значит, к 1 сентябрю праздники проводим «Здравствуй, школа». Зимой проводим какие-то соревнования, и летом тоже здесь, и волейбольные матчи у нас были. Пока дети развлекаются, старшее поколение обсуждают насущные проблемы. Праздник двора – удобный формат для обсуждения самых различных тем. Сегодня говорили о доступности спортивных площадок в Самаре для детей и взрослых. Мама, папа, я спортивная семья – это одна задача, чтобы мы понимали, что семейные ценности очень важны, особенно в сегодняшнее время. И, во-вторых, конечно, здоровый образ жизни, он также очень важен для всех членов семьи. Подобные праздники проводятся в разных частях города. С каждым разом участников становится все больше. Следующая большая встреча жителей Октябрьского района запланирована на 1 сентября. Анастасия Колот, Андрей Авдеев, «Новости губернии».